Я как полномочный представитель, как руководитель торгово-промышленной палаты, лично пригласил заместителя главы администрации Романчука Николая Павловича, для того, чтобы он, как представитель государственной власти, засвидетельствовал изменение руководителя организации областного значения, организации, которая на сегодняшний день проходит, через которую проходит практически все экспортно-импортные операции не только в Николаеве, но и в том числе в Украине. А также засвидетельствовал о том, что здесь никаких нарушений со стороны руководства в отношении трудового коллектива, членов палат, партнеров не было и не будет. Николай Павлович Романчук согласился, зная о том, что такие полномочия, и удостоверившись во всех документах, и прибыл вместе со мной без 15:04 на территорию Николаевской торгово-промышленной палаты. Что же здесь мы увидели и на самом деле произошло? Прямо перед тем, как зайти в торгово-промышленную палату, перед нами закрыли дверь охранной компании, и все, я повторяю, практически подавляющее большинство сотрудников торгово-промышленной палаты начали выходить из заднего крыла второго выхода. Никаких каких-либо физических воздействий, выбивания дверей, взламывания замков, никаких не было. Пришлось вызвать наряд милиции для того, чтобы засвидетельствовать именно охрану общественного порядка. И только после того, как приехала милиция, после того, как приехали представители охранной компании, была открыта дверь, и мы спокойно зашли на территорию палаты. Те сотрудники, которые остались в палате, заслушали Николая Павловича Романчука, заслушали мое представление, услышали номер наказа, услышали о решении Николаевского суда, и все мирно и тихо разошлись. На этом закончилось 1 сентября 2015 года.